Типовая школа в районе автовокзала сразу заявила о себе нетиповым взглядом на многие привычные вещи. Во-первых, ее визитной карточкой стало углубленное изучение английского языка. Во-вторых, еще до современных инноваций в педагогике учителя английской, как ее стали называть школы, открыли непреложную истину. Каждый чем-то одарен. Наша задача вот эту одаренность найти, вместе с родителями здесь найти поддержку и развивать. Большая часть педагогов гимназии имеет высшую квалификационную категорию – областные и республиканские награды. Образовательный процесс строят так, чтобы раскрыть в ребенке его потенциал. Благодаря этому нередко физик, музыкант и спортсмен проявляются, как говорится, три в одном. Павел Богданчиков, к примеру, фанат гитары, велосипеда и теплоэнергетики. Выделяются как бы скорее походкой. То есть это видно, что это гимназист, видно его закалку, то есть он не боится идти в жизнь, гордо поднимает голову. Марина Петрова – гуманитарий, причем настолько увлеченный, что даже изучает самостоятельно китайский язык. Это очень интересно, плюс у меня мечта съездить в Китай, съездить в Англию. Я уже говорила, международные отношения – это то, чем я хочу заниматься. Одна из традиций гимназии – выработка мотивации к учебе. Гимназисты занимаются научной деятельностью, участвуют в российских и международных олимпиадах. По статистике, 100% выпускников 47-й поступают в вузы, а спустя годы приводят сюда своих детей. Преемственность поколений, дружба одноклассников – это тоже традиции. Я вообще ровесник школы. И когда встречаешь в школе Бориса Николаевича, который вел у тебя физкультуру, какой-то холодок, какая-то гордость за него, за преподавателя нашего поколения. Многие учителя тоже выпускники 47-й. Существует вот эта какая-то святая дружба между одноклассниками, между детьми и преподавателями. И, может быть, в этом и состоит суть вот особого духа нашей гимназии. Особый дух в том, что учителя и дети – одна большая семья, где директор каждого, даже скромного первоклашку, знает по имени. Елена Саенко, Алексей Евтодеев, Евгений Бородин, Ольга Щеголева. Вести за Уралье.